к своим командам. И потом наш ведущий, все наши организаторы разойдутся по локации, и ведущий даст старт. Понятно? А сейчас вы просто можете ознакомиться со схемой и кто куда пойдет. Давайте, команда «Белый». Помещаются на одном складе. Потому что второй ботинок другого размера. Нет, почему? Все только левые. Вот в одном складе только левые. Дальше. Произносите. Потому что другого цвета. Нет. Другая фирма. Не привязывайся к нему. Давай, просто говори. Это быстрее. Ваша задача – разгадать контрольное слово. Понятно? Значит, еще раз, смотрите. В каждой команде раздается конвертик. В нем стихотворение. И на вашем бегунке написан код. Код означает дополнение, поняли, да? То есть вы подходите, отвечаете, они вам отдают бегунов. Те команды, которые все прошли... Красные. Он по сигналу стал. Коричневые. У вас внизу написано, у всех на бегунках внизу написано код. Так, команды готовы? 3-4. Начали, на время. И ко мне подбегайте. Игровые друзья, находка. Походка. Со словом «походка». А у красной команды было «поцелуй». А у красных «поцелуй». Коричневые друзья. И вот белые, прибегая с белым флагом, сдаваясь, они всех обманули и сказали верное слово. И победили в этой игре, друзья. Браво, браво. Поаплодируйте, вы очень молодцы. Ну я сразу тогда командам...